встречайте, ведущий Дмитрий Каретко. КВНовская игра для школьников в Республике Башкортостан. Я не говорю города Уфы, потому что у нас самая обширная география в сезоне была. Команда из юга Республики Башкортостан, севера, запада, востока. Сегодня Беловецк, Салават, Уфа. Если вы слышите эти города и вы оттуда, то поаплодируйте. Сегодня мы ставим такую жирную... Нет, так нельзя делать. Сегодня мы ставим такую жирную точку, дорогие друзья. В сезоне КВН юниор лиги Республики Башкортостан. И на сцене 7 лучших команд. Еще раз поаплодируем, потому что мы начинаем КВН! Леди и джентльмены, дамы и господа, с командой мы будем готовиться по ходу этой игры. Я предлагаю познакомиться для начала с жюри нашей финальной игры, достойных и достойных людей, которые разбираются в КВН, в том числе и в школе, но, собственно, во всем по порядку. Заместитель председателя комитета по делам молодежи и администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Роман Янгуров. Министра по молодежной политике и спорту Республики Башкортостан Руслан Акинч Хабиров. Руслан Акинч, добрый. Идем дальше. Этого мальчика вы уже видели, он был на сцене, говорил умные слова. Директор региональной лиги КВН Уфа Тимур Шайхутдинов. Скоро еще раз убедитесь. Директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Единственная дама сегодня в жюри. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Республики Башкортостан Регина Салатовна Кисамутдинова. Следующего, седьмого по счету члена жюри, я бы хотел отметить, вот, Максим, ты второй выпадатель или жюри, что 10 лет назад, в 2007 году, Максим Болихин был тем человеком, который организовал КВН-движение, переросшее вот в то, что мы сейчас видим и делаем. Максим Болихин, начальник отдела воспитания работы и молодежной политики Башкинского государственного педагогического университета. Чего, волнуетесь? Да нормально все будет, пацаны. Дорогие друзья, и вам тоже ни пуха, ни пера. Дорогие друзья, рабочим городом Уфы Республики Башкортостан выражает благодарность Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Проверим. Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, спасибо. Деньги, а вот потом. Дорогие друзья, 3 или 4 конкурса у нас сегодня, ну, потом поймете. Традиционно мы начинаем с конкурса «Визитная карточка». Приветствие. Открывает игру команда из школы деревни Дорогина. Команда называется «Село». Очень романтичный программист.
телевизоры. Нам нужен был реквизит. Девчонки, вы понимаете, нам надо такого, чтобы прям жара была. Кто-то сказал жара. Йоу, Ника здесь. Никита, что, опять нам вышел выступление портить, да? Ой, да я вообще не к вам вышел. Я Дмитрий Каренко по делам. Спишись, пожалуйста. Спасибо. И зачем тебе его подпись? А он на меня салям оформил. Никит, знаешь, мы тут подумали, перед финалом нам нужно усилиться. В общем, ты нам больше не нужен. Да нормально все, можно мне еще в юниорке играть, я в 11 классе. Нормально все. Нет, девчонки, правильный выбор, со мной точно чемпионами станете. Ага, команда КВН от души, мы тут тоже так думали. Ты че, Чулкаса, прогакаешь-то? Иди-ка сюда. Икон, че? Слышь, ты вообще уже никому не интересен. Разуй глаза, а хотя для татарина это очень тяжелая задача. Вообще-то у меня вот в кармане есть смешные шутки сейчас. Так, не здесь, а здесь. А здесь у меня путевка в региональную лигу. Команда Коль, как все, понял? Ты че, вообще дебил? Вообще-то, я в Малте солнечных очках не гоняю, так что не надо мне, пожалуйста, это. Эрик, вот ты к нам вышел и вообще нам никак не помог. Мы тебя в команду брать не будем, можешь идти. Подождите, а песня? Я же вам кочевую песню писал. Она у меня на листочке так вот тут, тут. А здесь у меня... Эрик, давайте начинать. Чтобы мама не узнала.
наша команда уже стала как семья. Ага, как свинья. Вот это что было? За то, что тебя не представил, ты тоже член жюри, более того, ты редактор объявления КВН, просто все фамилии капслоком, а твоя нет. Дмитрий Хурамшин, член жюри нашей сегодняшней гостей. Пожалуйста, встань. Это автор и актер команды, который уже не существует. Уфа, Республика Башкортостан. Спасибо, Дима. Может, поэтому и забыл тебя представить. Движемся далее. Следующая команда приехала к нам издалека, город Белорецк, белоречане, где вы, а? Город Белорецк, здорово, перцы, город Белорецк. Поехали. Не просто это все надоело. Вы весь сезон меня оскорбляете. Сегодня...
Тимур, ты странный, Тимур, ты татарин. Что, в принципе, одно и то же, да? Вот даже сейчас. А я-то! Русский. А почему тебя татарином называют? Так это, по национальности. Ой, Тимур, встань уже на место. Сейчас будет горячо. А, нет, пол. Ну что, поехали! Тимур, а как ты считаешь, кто будет ведущим на нашем выпускном КВН?
Дмитрий Каретко. А, то есть следующий конкурс – это «Попади карандашом в бутылку». Блин, я к биатлону готовился. Тимур, а где ты собираешься отмечать выпускной? Ну, я планирую в Анапе. Блин, а меня мама не обутит. Если ты так будешь говорить, тебя мама в семью обратно не путит. А вы заметили, что юниор-лига КВН – это же как школа. Тут мы получаем опыт и знания. У нас тут хорошие учителя. Вот Дмитрий Хуравшин – это как трудовик. Почему? Ну вот если бы он себе стул не сделал, в жюри бы не сидел. Команда КВН «Витя» начинает! Итак, первая миниатюра – случай в семье. Дорогая, ты не видела мои носки? Нет, не видела. Хоть я на улицу пойду. Ну иди без носок. Сандалии на босую ногу? Мне 40 лет, как ты чё говоришь? Разборка в музыкальной школе. Слышь, ты чё такой, баре? Тебе чё, флажомешно или каподастры лишние? Слышь, тебе чё давно струны не натягивали? Да твоя девушка как 30-я симфония Баха. В смысле? Ее нет! Знаешь, почему тебя в детстве звали Кубыс? Почему? С тобой никто не играл! Ладно, ладно, давай так зайдемся торговым центром. В смысле? Миром. Ну, слушай, тебе надо для следующего конкурса переодеться, ты тут давай миниатюру какую-нибудь покажи. Стойте! Какая еще миниатюра? Я вообще не готовился. Да я в команде только из-за имени Витя. Да блин, я когда на днях рождения поздравляю, после всех говорю, присоединяюсь. Все, Витя, успокойся, давай, кидай миниатюру, я готов. А в финальном номере мы бы хотели пригласить профессионального фокусника. Итак, встречайте, Тимур Неповторимый Исламов! Здравствуйте! А перед тем, как мы начнем наше волшебство, я бы хотел пригласить на эту сцену Дмитрия Хурамшина. Ну а пока он идет, мы начнем наше волшебство. Спасибо! Сейчас этот красный шарик перейдет из правой руки в левую. Но чтобы это произошло, нужно сказать заклинание «Ляськи-масяськи». Давайте, раз, два, три. Ляськи-масяськи. Чувствуете? Чувствуете? Но я улучшил фокус и теперь могу обратно. Дмитрия Каретко. Обычный диск CDR. Уп. DVD-R. Уп. GTA 5. К нам подошел Дмитрий Хурамшин. Ну что же, финальное волшебство. Сейчас мы распилим Дмитрия Хурамшина. Я тренировался. Витя, палец скоро отрастет, не переживай. Ух, я начинаю. Можно музыку? Поменяйте музыку, тут и так человек.
Да-да-да, точно, неси. На всякий случай. Тимур, а тебе не страшно резать? Ну, страшновато. Ну, давай тогда с ноги начнем. Ну, давай, как раз к лету вес сбросит. Кстати, друзья, кто не знает, Дмитрий Куравшин – это редактор юниор-лиги КВН. Ну что, Дмитрий, приятно, когда вас режут. Сборная 20-й школы, город Салават, команда КВН «Красные мажоры». Садись, прокачу.
хотя бы из туалета выйдите. Мы заметили, что весной все школьники превращаются в котов. Дай сказать. Дай. Да. Заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Олегович Хабибов, вот он сидит там. Вместе нам веселей, вместе будем жить, как счастливее.
девочек напомню, что это сборная 20-й школы города Салават «Красные мажоры». Хочу массировать кусочек льда по первому конкурсу, конкурсу приветствия, плюю в исполнении команды, но точно дальше хуже не будет, как минимум. Следующие две команды представляют одну школу, номер 159, и принимает вот этот марафон. Команда «Верх с мягку». Обманка диет! Звучит
ответишь? Это я, нифига себе, меня разнесло. Юмор есть, нет? Есть.
Итак, давайте представим. Мальчика зовут Гулять. Эй, Гулять, выходи! Ты что такое, Тимур? Братан, это финал. Пора меняться. Походу, ему полуфинале не хватило. Молодец, Тимур! Молодец, Тимур! Молодец, молодец, молодец ты, ты такой молодец. Тимур, ты молодец, Шайхутдинов Тимур. Блин, ну по-своему слишком много похвалы в его сторону, а? Братан, много похвалы не бывает, не понимаешь? Да ладно, ладно, пацаны, все, встали по местам. И как Тимура мы не крути, все равно в финале от души. Поэтому, пацаны, ставьте финал, создайте за вас это! Итак, давайте представим первую ситуацию. Не ходи, Витя! Долбаные редуктора! Дело в том, что этот гараж достался мне от моего отца. Моему отцу от его отца. Его отцу от его отца. Пап, это, конечно, все хорошо. Но то, что четвертое поколение в гараже живет, это вообще не нормально. Дорогие друзья, сейчас мы представим такую ситуацию. Парень с девушкой решают, на какой фильм сходить. Дорогая, я хочу на Логана сходить. А я хочу на Красавицу и Чудовище. Слышь, я не понял, а что это я Чудовище? Давай ты Чудовище. Давай ты Чудовище. Давай ты Чудовище. Да хорош, в Лога Чудовище. А ты, получается, Красавица. Гуляет в парке. Дорогой, смотри, смотри, стоят. Хачапури. Ну нет, это же самсы. Люба, успокойся, ты чё? Может быть, это шаурмены? Женщина, прекратите. Мы совершенно не стереотипные кавказцы. Не надо так говорить, пожалуйста. Простите, мне очень стыдно. Ладно, ладно, давайте в знак доброй воли скушаем вот эту шаурму. И вот эту хачапури. Пацаны, сегодня финал, день перемен, и вот у нас появился новый участник в команде. Вон, Кирилл Гацков усы побрил. Ты дурак? Там Дима Каретко. А, Дима Каретко усы побрил. И вообще, пацаны, если серьезно, вот сегодня финал, и наша жизнь может кардинально поменяться, если мы сегодня не выиграем. И дальнейшие события в жизни почему-то так складываются, что связаны с буквой «А». Вот, например, у Халила через 2 месяца ЕГЭ. Это значит, что через 3 месяца он уйдет в армию. Нож старым уедут в Армению. Тамерлан в Азербайджан. И только одно место нас может снова сплотить вместе. Это Анапа. В этой лиге. Давайте сделаем так, чтобы запомниться зрителям. А давай! Люби, игру, люби, жарким огнем, ночью идем, сердце сжигая. Люби, игру, люби, прямо как ты, как от души, два года играет. Люби, игру, люби. Дорогие друзья, любите, например, играть и ПВ. Люби, любви, 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 любви,
сборная школы города Уфы «Молодая гвардия». Давай, 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 давай
нашли, не вижу смысла скрывать наши личности. Поэтому команда КВ, общий сбор. Команда КВН «Молодая гвардия» были завербованы в 2015 году главнокомандующим Шайхутдиновым Тимуром Тахировичем. Интересный факт. Благодаря башкирскому КВНу Трамп стал президентом. Как башкирский КВН мог повлиять на Трампа? А потому что мы первые пошутили про Трампа. Что за шутка-то была? Сейчас покажем. Трамп перед выборами. Кустынятин. Есть еще шутка? Шуток больше нет, просто есть интересный факт. Благодаря башкирскому КВН мы взломали Пентагон. Как это так? Да там Тимур Исламов из команды Витя, как обычно, короче, лазил в интернет и случайно взломал Пентагон. Как я понял, вы сегодня хотите победить? Да. И что вы для этого делаете? Да мы говорим искренне. И боремся за правду. Максимум 5 баллов, конкурс приветствия. Внимательно смотрим на вашу реакцию на команды. Открывала игру команда из села Доробина. Ваши оценки максимум 5 баллов. Я напомню. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Спасибо. Следующая команда Белорецк, перцы. Максимум 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4. Спасибо. 23-я школа, Витя. Готов. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5. Красные мажоры, Салават. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Все пятерки. Все пятерки, Калиба. В смятку, 159-я школа. 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5.
от души. 5, 5, 5, 5, 4, 5. И завершали конкурс. Приветствия, ребята из молодой гвардии сборной школы города Уфы. 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5. Спасибо огромное, спасибо. Дай нам позитивную музыку. Ну тогда слушайте, средний балл, первый конкурс приветствия. Дороги на 4,4 балла, Владисменты, Кепцин 4,4 балла, Витя 4,8 балла, Мажоры красные 5 баллов ровно, Смятку 4,7 балла, От души 4,8 балла и Молодая гвардия 4,5 балла. Спасибо! Дорогие друзья, уважаемые башки на станции, следующий двойной конкурс, триатлон. Начинаем из биатлона каждой команды. Читаем по две шутки. По две, так, Тимур. По две шутки, дальше мы будем от смешных команд потихонечку избавляться. Честно говоря, ребят, давайте два шага назад, чтобы ведущий вас видел и как-то руководил вот этим процессом. Хорошо? Отлично. У нас начинает команда КВН «Молодая гвардия». Прошу, две шутки. Аплодисменты. Вампиры пьют кровь с молоком. Дальше. Она болевшая. Мальчик был настолько некрасивый, что его воображаемый друг играл с другими друзьями. Белорец, прошу вас. В семье картежников сын подкидной. Маленький мальчик, который немного не доедал, немного не дожил. Хорошо. Спасибо. Дальше в смятку. Прям поехали. Улица получилась настолько жирной, что пошла искать себе лосины. Далее. Кардинальщица не приняла буддизм, потому что там не было петельки. Ну, ладно. Так, Салават, прошу вас. Мальчик, у которого нос картошкой, чтобы выглядеть привлекательнее, посыпает его лучком. Давай. Мальчик так сильно раскачался на качелях, что на 2 секунды увидел свою попку. Так, а это команда «Села Дорогина». Прошу, девочки. Экономный отец на ночь читает детям состав освежителя воздуха. Дальше. Ваш автотранс после 23.00 остановки объявляет так. Тукталыш, твоя остановка, малыш. Команда «Витя», Тимур, прошу тебя. В каждом классе есть мальчик, который одинаково пахнет до и после физры. Школьная повариха была настолько толстой, что второй подбородок ел отдельно. Спасибо, парни, команда «От души». У Никиты Жигурды в свидетельстве о рождении в графе «Национальность» написано Маша ела на стол... Ой, Маша ела только правую палочку «Твикс», поэтому у нее разнесло только правую половину попы. Так, уважаемые члены жюри, ну что, какой вердикт мы принимаем? Какие две команды покидают первый конкурс, первый круг конкурса «Биатлон»? Две команды. Если вы считаете, что какая-то команда находится на грани вылета, то можете попросить ее и другую команду пошутить еще раз. Но так, на всякий случай, хотя достаточно ровно. Все, Радик, чего у нас как-то мало музыки сегодня? Брат, давай что-нибудь веселое. Спасибо.
Давай, смотри. Уходит команда КВН «Молодая гвардия». «Молодая гвардия». И мы хотим послушать по одной шутке от команды «КВН Перцы» и «Салавата». Так, ну, необходимо добавить, что команда «КВН «Молодая гвардия» к тем баллам, что они накопили за приветствие, прибавляют до целых 0,5 балла. Теперь команды, прошу вас по одной шутке. У ребят были настолько маленькие и острые ручки, что они вырывали по пол яблочка. Дальше. Сын телемастера понимает только после удара кулаком по голове. Ну, вы знаете, мы же можем сразу две команды убрать и две команды оставить. Нам тяжело, мы думаем, что еще по одной надо. Если по шутке имеет. Я понимаю, да. Это же школьник КВН. Белорец, прошу вас. Хитрый поросенок уговорил волка принять ислам. Так, ребята, вам, ну, вам надо же очень сильно сейчас. Давайте. На уроке геометрии все хотели сидеть рядом не потому, что она красивая, а потому, что у нее ноги как транспортир. К сожалению, ноги транспортир уходят. Ноги транспортир уходят. Так, еще один круг. Прошу вас, Белорец. Муравьи были настолько сильные, что подняли экономику Белорецкого района. Сочини. Философ принимает душ таким, какой он есть. Знаете, когда я была маленькая... Впрочем, кому-то интересно, шутка. Зимой 50% посетителей ТРЦ планеты заходят туда погреться, остальные же 50% побрызгаться в Литуань. Мужчина со своим фото показывает, вы говорите, балуетесь периодически? А, все понятно, все. Поэтому вы вместе. Так, еще одна шутка, прошу. Татары, живущие на первом этаже, ставят на окна решетки. Хорошо. Команды здоровья нужны. Мальчик с большими ушами может прийти в школу только при попутном ветре. Дальше. Девушка, идя по улице, споткнулась и пролила на бездомного кофе. Пожалуй, это было единственное утро Антона Борисовича, которое началось с кофе. Витя! Одна девочка не доучилась в медиа и теперь работает врачом уха, горла. Дальше. В Затоне построили умный дом и за ночь он перебрался в центр. Подожди, сейчас успокойся. Давай. Мальчик по фамилии Даль на разборках лучше всех пояснял за свои слова. В деревенском киндер-сюрпризе только один подарок – желток. На души. На души. У нас после этого круга уходит только одна команда. Только одна команда. Согласовали, Тимур? Дороги находят. Команда из села нам выбирает этот конкурс. И мы заработаем баллом на целых 60.
Так, вот еще один круг биатлона, друзья. Затем мы поиграем в разминочку нашу любимую. Белорецк, прошу вас, ваши шутки. В Белорецке больнице закончились лекарства. И от боли до боли. Тише, тише, успокойтесь. Спасибо, Даша. Интересное наблюдение. Мой косоглазый друг лучше всех рисует круг. Свято. Если вы допустите нас к разминке, я скажу имя парня, который мне нравится. Давай, шутки интересные. Шутки. У девочки были настолько плохие селфи в телефоне, что когда... что она их уронила в воду, и они всплыли. Хорошо. Разряда, а вот зачем оно надо? Учительница начальных классов сшила из всех купленных штор воздушный шар и улетела. Витя. Змея, съевшая бусы, стала похожа на чурчхеллу. Дальше. Судя по последним играм сборной России по футболу, они празднуют победу только 9 мая. Мужик 3 часа переключал телеканалы силы мысли, пока не понял, что сидит на пульте. Еще одна. А в жизни каждого гнома наступает такой момент, когда надо повзрослеть. Одна команда должна покинуть этот конкурс прямо сейчас, чтобы мы начали второй подконкурс. Разминка тема, прошу. Можно нам снятку и перцы положить? Снятку и перцы. Перцы белорецкие первые, прошу вас. Первым словом «Жигурды» было «Мама!» На самом деле у тебя еще есть шансы. Прошу вас, девочка. Штраф 333 рубля, а у нас шутка. Тупой ёж пришел на иглу калывания. Ну, очень тупой ёж. И мы решили, что две команды уйдут, и одни поиграют в разминку. Ничего себе! Получается, одна команда отбирается в Белорецкий эксперт, и 159 школы получают плюс к первому конкурсу на целых 70 балла. А вы, ребята, будете бороться за другие баллы, о которых я скажу чуть позже. Мы играем в разминку в жюри, кто будет задавать вопрос? Кто будет задавать вопрос? Здесь Дима Хурамшин. Дим. Редактор юниор лиги КВН, аплодисменты, Дмитрий Гурамшин. Здравствуйте. Так, вопрос. Друзья, в юниор лиге, а конкретнее может быть в этом сезоне, в этом финале, да и вообще и в уфимской юниор лиге, команды удивляют многих. Вытаскивают мам, армян, Детей, да, распиливают людей. А чем еще в юниор-лиге, вот, чтобы сделать такого, чтобы прямо вот удивить зрителя? Ты вот это маленький вопрос придумал, я что ты думаешь? А ты думаешь, по ходу вопрос удобно придумал? Так, сейчас микрофон, супер, пока подумаем. У нас все своевременно сегодня, Кариночка, дорогая, спасибо. Только ты так это делаешь. Видите, еще никто не мог сегодня работать. Но разминка — это очень сложный конкурс, друзья. Он либо идет, либо не идет. Пока мы видим, что он идет. Смешного вопроса задал Димка. Слушайте, ну если у вас нет ответа на этот вопрос, мы можем попросить другой. Нормальный вопрос услышать, друзья. Зашибись, я встал. Пожалуйста, задай, повторите. В КВН, в уфимском юниорке удивляют многими армянами, мамами, распиливанием человека. Чем еще таким удивить? Микрофон включить. А вы в высшей лиге не играли случайно, парни? По-моему,
ребята. Я сам забыл. Слушай, они сейчас уже не смотрят, уже, да, повторяй. Зенёрки удивляли команду многим. Армянами, мамами, детьми, распиливанием человека. Чем еще таким удивить? Осталось распилить только армянскую маму, но только попробуйте. Витя, да, старожила, юнёрки, ответь, пожалуйста. А чем еще таким вот прям удивить юнёрки? Он должен был вынести курицу. Я, вот Дима, все, хватит, вот ты сейчас просто перечеркнул свою первую шутку смешную. Вот, спасибо огромное, Дима. Спасибо. Да. На следующий задать вопрос. Максим Балихин, создатель, отец, первоисточник в лиге КВН. Увеличивай телеметрию. Хорошо. Добрый вечер, ребят, добрый вечер, зрители. Парни, я не сдавал ЕГЭ. Вот мне повезло или я упустил свой шанс? Они тоже пока не сдавали, Максим. Я, честно говоря, даже не знаю, как они будут вывертываться, выкручиваться из этого всего. Я тоже не сдавал. Кто сдавал? Есть те, кто сдавал? А вы мужчины, которые заходят погреться? Каждый год сдаете. Вот такой у вас счастливый каждый год. Новый год, да. Как бы наша игра сейчас переросла вообще не ведущего с мужчиной, хотя мы не знакомы. Повторяй, пожалуйста, вопрос, Максим. Я не сдавал ЕГЭ. Мне повезло или я упустил свой шанс? Вот мне друг из армии звонил. Говорит, ЕГЭ это вообще не трудно, говорит. Нормально все будет, у тебя еще есть шанс. Видите, у вас, по сути, время это вышло. Если ответа нет, то мы сажаем... Присаживаю, Максим Владимирович, и есть ответ. Повторите, пожалуйста. Я не сдавал ЕГЭ. Мне повезло, или я все же упустил свой шанс? Ну, у близнецов от души двое много поступают, будет по ЕГЭ. Спасибо. Спасибо. Этим уже Турина. Давайте заключительный вопрос. Да, здравствуйте, ребят. Вопрос такой. Дмитрий у нас, как он считает, популярный ведущий на телеканале ВСТ. Вот, и вопрос следующий. Подождите, что? Это ваше мнение, Дмитрий? Как, вот тоже хотел бы вести утреннюю передачу «Салям» или «Хоккей» комментировать. Как стать ведущим на телеканале ВСТ? Как бы вы по многим критериям не подходите, Тимур. Когда, да. Достаточно взглянуть на человека, чтобы понять, что его вряд ли возьмут на телевидение. А вот поэтому тоже не возьмут. А если человек с мозгами? Что? Я ничего. Просто... Я не могу смотреть на мужчину, которому 40 лет, а у них как тинейджеры. Что-то там, я тебе просто не слышу. Почему 40 лет? Что я тебе же 40 лет? Так, ладно. Как попасть на телеканал ВСТ? На самом деле, сложный вопрос, я сам не понимаю, как я туда попал. Теперь самая главная задача выбраться оттуда живым и здоровым. Вот это более сложная задача, уважаемые друзья. Тебя там бьют, что ли? А по мне не видно, что ли, Тимур? Конечно, бьют. Друзья, подскажите, пожалуйста. Ты точно знаешь. Подскажи, пожалуйста, как устроиться ведущий на телеканал ВСТ? Ну, во-первых, нужно красиво и красиво разговаривать. Во-вторых, нужно поменять фамилию на Шейгаретко. Мы сделали все, что могли, пытались спасти эту разминку. Да, Витя, у вас будет ответ, нет? Не надо сейчас. Ты мне тут не сейчас. А что, это все? Вопрос. Все, спасибо огромное, Тимур Шайхутдинов. Я думаю, что пора заканчивать разминку. Да. И вам необходимо подумать о тем, кто же выиграл в этой разминке. Она такая, ну и там были удачные ответы, и здесь. Мы решаем, кто из команд получит 0,80 балла, а кто может 90 баллов. Прошу. А мы считаем, что... Все две команды, точно не столько на ВСТ, все две команды получают одинаковый балл.
даю каждой команде по 5 баллов. Это цель 250 баллов. У нас готов средний балл за два конкурса. Тут же девочки очень быстро считают. Смотрите, что происходит, какая картина перед заключительным видеоконкурсом. Так. Молодая гвардия 4,9 балла за два конкурса, за три конкурса. Доровина 5,1 балла. Перцы 5,2 балла. Смятку 5,4 балла. Мажоры 5,5 балла. Две команды, которые точно играют в разминку, имеют одинаковый балл 5,6 балла. Сейчас мы выясним. Сейчас мы выясним, какая же команда выиграет в заключительном конкурсе. Конкурс видеороликов. Мы приглашаем на сцену команду Дорогина. Простите, простите. Команду Перцы будут белорецы. Прошу. Любовь, цветы и ты. Маленький бюджет города Белорец. Ну а какой бюджет города, такое и видео. Смотрим и терпим. Приятного просмотра. Внимание на экран. Точно вас не спасет. Белорецкий снег заждем. Почему же мы там живем? Вышибает, тает лед. Прояснелся, асфальт сойдет. Лишь промокнет под дождем. Появился там мощный циклон. Вот пришла весна, и уже идет апрель. Возьму-ка шапку я, а то станет холоднее. Курточка моя, уж очень сильно жарко в ней. А про уни по весне забыли быстро все. Гуляю обычно не спеша, чтобы лицо облёт не разбит. Под нашими ногами одна лишь грязь белый, на небо радостная. Плевать, что вокруг метель, с подворотами ведь будет красивей. Модные парни, модные девицы, будьте проще. За весном это значит финал, юниор не кабель. Дискотеки, квест-игры, концерты, ярмарки, бассейн, спорт, а также самые добрые позитивные пожарцы ждут тебя в детском лагере «Огонек». Тебя. Ну а если ты мечтал попробовать себя в роли вожатого, приходи, мы тебя научим. Подробности по телефону. Записывай. 8-987-490-7994. А также на сайте www.ogonek-info.com. Движемся дальше. Второе видео в исполнении команды «Смятка». Школа номер 159. Знаете, ни один блогер в России не может обойти проблемы равнодушия.
Я тоже не хочу оставаться в стороне, поэтому следующий социальный эксперимент специально для тебя. Дизайн.
больше смешно. Вроде из одной школы абсолютно разные ведь люди вышли. Это была команда от Витя. Школа 23. Голосова, выходите, пожалуйста. Красные мажоры представят следующий видео. Все мы знаем, что Салават город суровый. Ну и посреди этой суровости нашлась школа, у которой всегда все на стиле. Итак, внимание на экран. Самое время познакомиться с залом. Это Вильдан, капитан.
капитан нашей команды. Недавно он ездил в Чешминский санаторий. Вильян, ну как? Там енот выскочил. Команда. Конечно, с молодой гвардией. Кто же еще? Любим КВН, как свой город родной, чтобы каждый смеялся, как заводной. Надеемся, выступили мы без правил. А что теперь? Впрочем, мы тоже совсем другая история. Хочется остаться
Спасибо вам, ребята, и завершающий билет команда от души. 159-я школа. Дорогие друзья, а в последнее время многие люди относятся к административным штрафам очень несерьезно. У нас же на это свой взгляд. И этим видео мы хотели донести до вас, что нужно относиться все-таки к этим штрафам немножечко, но посерьезнее. Итак, внимание на экран. Сынок, ты уже 3 дня не ел, не пил, что с тобой? Я наступил на газон. Штраф 1000 рублей. Филюс, у нас проблемы. Что случилось? Наш сын наступил на газон. Штраф 1000 рублей. Его уже везде ищут. Нет, не делай дожди. По кредиту. Собирай вещи. Мы едем к очень серьезным людям. Ага, это и есть квартира. Но как мы их найдем? Что случилось? Наш сын наступил на лицо. Вы ничего не заказывали, покинь помещение. Что мы теперь будем делать? Сейчас поедем в другую штаб-квартиру. В общем, смотрите, отец сейчас ругаться будет, машину надо припарковать. Сейчас дойдем до следующей штаб-квартиры. Только нужно это сделать максимально незаметно. Максимально незаметно мы умеем. Членом жюри Дмитрий Курамшин. Прошу вас. Почему ты я сделал? Ребят, чисто коротко, чтобы отсюда, вот туда к вам слова сказать. Юниорка настолько взрослая, что
любой человек может смеяться, а не только ребенок. Это классно, что это можно по телеку показывать, на самом деле. Спасибо большое. Давайте оградим аплодисменты. Друзья, ну я чуть подольше, честно, потому что накипело. Спасибо огромное за сегодняшнюю игру. Это было круто, это первое. Друзья, на самом деле с возрастом мы лучше не становимся. Мы все становимся мерзее и мерзее. Возможно, я не знаю, вы сами разбираетесь друг с другом. Кстати, что происходит? Давайте еще что-нибудь потом скажем. Владимир, прошу. Друзья, я сегодня... Ну, действительно, получил удовольствие от того уровня таланта, который был в ваших шутках. Вот я уверен, что некоторые, я, наверное, со мной согласятся, пойдут как мема, да, Дмитрий, типа там «Привет, Димон». Вот. Я вам не Димон, наверное. А я разве с вами, мы же заранее. Я не от своего имени говорю, просто. Да? Ну, типа набил шутку и получилось смешно. Прошу вас. Привет. Ну, на самом деле, классные вещи. Некоторые были прям за душу трогали вот эти вот фотографии, всплывающие из телефона селфи, просто так запомнились очень здорово. Но... Спасибо. Но на самом деле, все, что здесь происходит, эти вот цифры, которые мы поднимаем, это, поверьте, это вкусовщина. Если уровень таланта вашего и... ваша реализация этих талантов останется на том же уровне, то, поверьте, вы хуже точно не станете. За полгода вы стали значительно лучше. Спасибо огромное вам за игру. Спасибо, спасибо. Мы рады тебе, чтобы не повторяться. Мне очень понравилось все. КВН, юниор, лига, но все как на взрослом. Печально расставаться с теми, кто заканчивает в этом году 11 класс. Удачи вам на ЕГЭ. И мы надеемся увидеть вас уже в КВН за услуг. Спасибо, Максим. Всего лучшего. Да, на самом деле, когда мы готовили финал, для меня было открытием, что на самом деле Тимур Исламов окажется учиться в 11 классе. Тимур, покажи еще раз. Что? Ну, мне кажется, я так думаю, 8-классник внешний. Ну да, но на самом деле учится в 11 классе. Вот хорошо человек сохраняется. Ну, это помогает ему. 6 лет человек играл, не вырос, не изменился. Как пришел, так и остался. Тебе правильно помогать всем, у тебя судьба всего. Ну вот я поэтому здесь сижу, что я тоже не меняюсь. Ну вот. Друзья, спасибо огромное, что играете в КВН. Сегодня вы там выкладываете свое творчество. Но самое крутое, что заметили, что некоторые ролики были очень профессионально сняты и смонтированы очень круто. При этом делали не профессионалы, а делали ребята сами. Давайте его аплодируем, они сами монтируют. Они сами монтируют видео, сами записывают аудиотреки, сами пишут сценарии, сами все придумывают. Это я вам говорю искренне, чистое сердце, что они все делают сами. Давайте им громко аплодируем за то, что все, как они сделают, сделают сами. Ну, а кто победил, тот победил. Пока я не знаю кто. Спасибо огромное за сезон. У меня вопрос, Руслан Олегович, вы сейчас будете говорить или потом? Прошу. Но не только тот, кто победил, потому что на самом деле, кто победил, мы еще не знаем. Будет самое главное, что сейчас на самом деле прошла очень классная игра, классный финал. Вы все молодцы, на самом деле большие молодцы. То, что сегодня у нас полный зал, то, что такие зрители, то, что за вас болеют, то, что сегодня у нас представлена буквально вся республика, это, конечно, очень здорово. На самом деле уровень проведения юниор-лиги с каждым годом становится все лучше и лучше. И как бы ни было, кого бы мы сейчас не наградим и кому мы не вручим кубок, в любом случае победители все те, кто сегодня на сцене. Вам бурные аплодисменты. Спасибо. Давайте еще раз команду поаплодируем за прекрасный сезон. Они старались, дошли за нас, молодцы. За что я люблю КВН? Вот шутки всегда в тренде. Современные клипы «Грибы» и так далее. Я на стиле «Время и стекло». Вы дарите позитив нам. Мы прекрасно проводим время. Спасибо вам огромное. Спасибо, Роман. Министерство образования. Ну, в первую
первую очередь я хотела, наверное, вас поздравить, то, что вы закончили этот сезон. И победитель представит нашу республику в Анапе, уже среди других команд с Российской Федерации. Но я хотела бы сказать большое спасибо вашим родителям, потому что они вас поддерживают, они дают вам силы. Вашим педагогам большое спасибо, потому что они вас отпускают с уроков, где-то помогают, редактируют шутки. Ну и, конечно же, нашим зрителям, которые поддерживают вас всегда во всех играх. Я надеюсь, на следующих играх будет больше ваших болельщиков и будут также вас поддерживать. Я вам всем желаю удачи и на ЕГЭ в том числе. Спасибо, Елена Александровна. Теперь оценки за заключительный видеоконкурс. Максимум 5 баллов. Порядка выступления команд. Мы поднимаем таблички с баллами. Перцы, город Белорец. Максимум 5. Минимума нет. Прошу вас. Перцы, город Белорец. Аплодисменты. 4. В общем, все четверки. Дальше. В смятку 159 школа. 5, 4, 5. Витя 23 школа. 4. Молодая гвардия. Уфа, сборная школа. 5. Дорогина. 5. От души. 159 школа. 5. Спасибо огромное. Вот теперь, друзья, мы никуда не уходим, нам же чуть-чуть понятно, да? Мы приглашаем на сцену представителей детского лагеря «Огонек», которые публично огласят имена тех людей, что будут приглашены, если я правильно понял, на отдых в этот чудесный детский оздоровительный лагерь. До последнего прямо нервы, конечно, щекотали, все команды, вы огромные молодцы. И я хотела бы сказать всем тем командам, которые сегодня не выиграли или не заняли призового места, не расстраивайтесь, потому что вот Тимур Исламов, да, вот выйди, пожалуйста, сколько ты играешь в лет КВН? 6 лет человек играет в КВН, я когда играла в КВН, он только начинал, мне уже много лет. Вот. А Тимурка, ты молодец. И, конечно же, от «Огонька» мы учредили премию двум самым ярким КВНщикам. Но, ребята, у нас такой возрастной ценз. Мы принимаем детей от 7 до 15 лет. Поэтому многих мы, к сожалению, не можем пригласить отдохнуть в детстве. Иславова тоже не можете, да? А? Обнадежили Иславова, а потом не дадите ему путевку. Ему кое-что другое дадут, наверное. Ага, хорошо. Вот, значит, первый человек, маленький человечек, который может мне помочь. Первый человечек, которого хотелось бы наградить и пригласить к нам в лагерь «Огонек», это очень такой, на мой взгляд, такой импозантный, такой харизматичный мальчик. Его зовут Тимур из Белорецка. Во всем смешной, и ты молодец, ты своей харизмой прямо вот в ту цель идешь, молодец, я тебя поздравляю. И еще один человек, которого тоже хочется пригласить отдохнуть в наш лагерь. В нашем лагере отдыхают только энергичные, позитивные дети, прямо такие же, как
КВЧ-ки на сцене, поэтому хотелось бы пригласить к нам в лагерь Никиту из села Дорогино. Очень энергичный парень, несмотря на что, сколько тебе лет? 13? Я думала, меньше. Ладно, хорошо, несмотря на то, что ему 13 лет, он такой классный. Аплодисменты ему. Друзья мои, никогда не сдавайтесь и помните, что все ваши мечты обязательно сбудутся. Мечтайте. Спасибо. Спасибо. Руслан Агенович, можно я вас пригласить? Вы у нас самый уважаемый гость сегодня. Вы заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. И вашими красивыми мужскими руками мы будем награждать команды, отличившиеся, принявшие участие в финале. Я попрошу уважаемых жителей на сцену, мы можем отличить на лице. Город Перцы, город Белорец. Диплом участника вручается команде «Город Красные Мажоры», город Салават. Диплом участника команде «Город Молодая Гвардия», сборная школа города Уфы. Село Дорогино. Третье место. Команда КВН от души. 155 очков. Второе место. Команда КВН, представляющая ту же самую школу, 159 в смятку. Представляющий 23-ю школу. И команда Египтя, город Уфа, 20-й. И подождите, вот, Руслан Тагирович, у вас есть путевка в общероссийский центр «Орленок». Что это, Черноморский побережье? А кому мы вручаем? Мы не вручаем еще, да? На самом деле, ребята выступали очень хорошо, все команды, но путевка у нас одна. Поэтому мне кажется, что команда от души определит, кого они направят на отдых, на лето, на Сочи. Спасибо! Дорогие друзья, Тимур, ну давай говори, прошу тебя. Руслан Тагирович, а вы же, наверное, не против, что если мы второе место тоже в Анапу отправим? Это башкирский, кутетовский олигарх там сидит, он что-то придумывает опять, и вот такая рожа на наши плечи. Так, тихо, вас еще не отправил сам министр, что вы радуетесь? Все. Ну, если мы отправим и первое, второе, третье, я буду не против. Значит, несмотря на то, что это 1 апреля,
Предложение принимается, три команды едут. Все, спасибо.